В Казахстане за последние 5 лет материнская смертность снизилась в 3 раза, а младенческая почти в 2. Кроме этого, в стране улучшились показатели по выхаживанию недоношенных детей. По статистике, до 70% малышей с экстремально низкой массой тела выживают благодаря усилиям врачей. Наш президент уделяет большое внимание на развитие медицины в нашей стране. И особое внимание уделяется именно на снижение младенческой и материнской смертности. Цель наших врачей, нашего центра, также мы выполняем в этом направлении, чтобы каждая женщина могла благополучно родить в нашем центре и были здоровые дети.